Нашли мне дети еще одну птицу. Вот такая. Я думаю, это девочка. Я ее покупала в первую очередь. И дала ей сразу противоглистовое. И вот кушать. Интересно, сколько она не кушала, непонятно. Что-то у нее с ножкой правой побито. Но не перелом, что очень хорошо. Синяя, опухшая, конечно, видно, что там какой-то удар, что-то такое. Ну ничего, все позади уже. Все позади, птичка. Да, сейчас тебе нужно кушать, пить водичку, ничего не делать, отдыхать. Я тебя научу, я прекрасно это умею делать. Да. И все будет хорошо. А потом, когда окрепнешь, уже тебя будем выпускать. Да. А пока что ты болеешь, будем тебя чинить. Будем тебя чинить и восстанавливать. Интересно, кто ты? Мальчик или девочка? Красивая такая. Ну, по крайней мере, она хотя бы с крыльями, да? С хвостом. Потому что те были без хвостов. Посмотрим, есть у тебя глисты? Нет, я думаю, есть, конечно же. Аппетит хороший. Прекрасно все будет, я считаю. Даже уверена в этом. Голодная. Ну, ужас просто. Дыши. Ты кушаешь, как этот. На скорую руку кушаешь. На, еще. Давай. Поставлю тебя под клетку сначала, чтобы ты карантин прошла. Птица здоровая, просто что нога подбита очень. У тебя она даже лежит на этой ножке. Вот эта ножка. Да никто не трогает тебя. Нет, все. Все, твоя черная полоса в жизни закончилась. Все. Да. Теперь будем с тобой на перегонки. Кто больше спит? Угу. И кто больше ничего не делает? Ну, ты, конечно, наверное, победишь, хотя мало ли. Напихала? Все, давай, кушай, отдыхай. Губочка маленькая.